Всем известно, что 26 апреля – день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. В честь этого события в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого прошла актовая лекция «Габдулла Тукай в духовном возрождении татар в начале 20 века». Лекцию читал ученый-тукаевед Тагир Гилазов. На мероприятие были приглашены все участники конкурсов, проведенных в рамках 130-летия дня рождения Тукая, в их числе школьники со многих районов Татарстана, студенты и даже дошколята. Месяц апрель – это в татарском мире месяц Тукая. И данное мероприятие посвящено полностью творчеству, жизни великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Сегодня мы подведем итоги разных конкурсов, которые были проведены в честь юбилея Тукая. И самое главное, сегодня будет читаться актовая лекция о жизни и деятельности Габдуллы Тукая. Помимо интересной лекции о жизни и творчестве татарского поэта, приглашенные гости и участники смогли увидеть театральную постановку, небольшой отрывок из драмы Рабита Батуллы. Стоит отметить, что в этот день прошло и награждение участников различных конкурсов, связанных с творчеством Тукая. Например, победители конкурса «Знаешь ли ты Тукая» получили 1 балл к ЕГЭ при поступлении в КФУ. И нужно признать, что для тех, кто с душой изучает литературу, очень важно, чтобы их старания оценивали по достоинству. Я сама, люблю вот литературу. Езжу на Олимпиады каждый год практически по русскому языку, по русской литературе. Это как бы для меня бонус, дополнение какое-то. И я думаю, это важно для меня. И в будущем это пригодится. Здорово, что память о поэте, который внес вклад в развитие татарской литературы, продолжает жить. И людей, интересующихся литературой, не становится меньше. Адиля Валеева, Роман Самарин, Универньюз.